Доброе утро! Это эксклюзив! Сегодня на главной площади Северодонецка собралось много взрослых и детей. Что сегодня здесь происходит, мы узнаем у организатора Михаила Будника. Здравствуйте! Добрый день! А что сегодня будет происходить? Что это за фестиваль? Фестиваль называется «Комфорт Фест». Фестиваль проходит в рамках проекта «Комфортный город», который мы воплощаем вместе с USAID и UCBI. Фестиваль посвящен развитию города, культурному и благоустройству города. А что сегодня ожидает севердончан на этом фестивале? На фестивале мы проводим мастер-классы, потом перейдем к детской программе и перейдем уже к музыкальному концерту. И закончим все это фаер-шоу. Столько много всего запланировано. Как долго готовились к фестивалю? Вот собирали всех. Ну, к фестивалю готовились около 2 месяцев. Команда у нас достаточно организованная и давно слаженная. Все знают свое дело. И с каждым фестивалем все меньше и меньше у нас возникает проблем. Спасибо большое. Фестиваль «Комфорт Фест». Вот что сегодня на площади в Северодонецке. И мы уже видим, что там расположились столики. Именно там начались мастер-классы. Пойдемте посмотрим, чему же новому научатся северодончане. Здравствуйте. А какой мастер-класс вы проводите? Оригами. Чему вы учитесь здесь? Что вы делаете, интересно? Делаем тюльпаны. На стебелечках с листочками. Тюльпаны, видите, у нас уже готовы. Теперь делаем стебли с листьями. А почему именно тюльпаны? Сейчас же не весна, осень. А мы хотим весны, хотим тепла, холодно слишком. Сейчас узнаем у участников мастер-класса, нравится ли им. Здравствуйте. Что ты делаешь? Тюльпаны. Получается, нравится? Да, получается. А что ты уже сделала? Я уже сделала сам цветок. Можешь показать нам цветочек? Вот тут мой мастер-класс по бисероплетению. Здравствуйте. Здравствуйте. А чему вы учите деток? Что это такое? Делаем розочки вот такие. А что потом из этих розочек будет? Да что угодно можно сделать. Можно и веночек, и брошку. Что угодно, это как фантазия. Можно их даже вставлять куда-то, как в мини-вазочку, то есть декоративное украшение получается. Ты раньше занималась вот чем-то подобным? Ну, я дома себе сделала, и папе брос такой, ну, брелок, и это, ну, я его сама так придумала сделать, ну, не знаю, красиво или нет. А вот ты сегодня сделаешь розочки, что ты из них красивое себе сделаешь? Ну, мне еще в голове это не произошло, ну, что сделать, я не знаю еще. Вот такие мастер-классы проводят для северодончан. Но это еще не все самое интересное впереди. И пока это самое интересное готовится, мы с вами можем посмотреть, что за палатки расположились в той части площади. Там фестиваль уличной еды. Пойдемте. Вот эти палатки, вот... Люди стоят в очереди, чтобы согреться и подкрепиться. Что здесь, какая здесь уличная еда, мы сейчас узнаем. Здравствуйте. Чем вы радуете северодончан? Мы радуем сегодня северодончан и гостей нашего города вкусными пряниками ручной работы. Потом у нас есть в наличии зефир яблочный, тоже ручной работы. И новенькая у нас это капкейки со швейцарской меренгой. Буквально перед выходом заканчивали. Ну, а мы идем дальше и посмотрим, что же сделают в соседней палатке. Здравствуйте. Чем вы удивляете северодончан? Какой едой? Вареной кукурузой с соусами. Это мексикано маленький. Вот этот вот маленький стаканчик. Вареная отборная сладкая кукуруза с соусом с мексикано. Прошу. Пряники, кукуруза, кофе – вот чем могут сегодня подкрепиться северодончане. Сейчас посмотрим, что, какую еду делают вот в этой палатке. Здравствуйте. Вы плов сегодня готовите? Плов будем делать сегодня, да. А почему именно плов? Потому что ни у кого его не будет сегодня, только у нас будет плов. Мы решили эксклюзива сделать чуть-чуть.
вы так мастерски режете лук, и мы видим, что лука очень много уже нарезали. Почему вы не плачете? Потому что это радостный лук, это добрый лук. В комфортном городе комфортный лук, видите? Так что... Вот такая, как нам сказали, комфортная еда для комфортного города сегодня для севердончан. А там уже началось выступление клуба исторического моделирования. Пойдемте посмотрим. Мы видим, что здесь уже много людей собралось, все наблюдают. Сейчас и мы посмотрим. Также клуб исторической реконструкции для всех желающих проводит мастер-классы. И уже на ринге рассказывают правила боя, и уже вышли двое желающих. Давайте посмотрим. Вот такой мастер-класс проводят в Северодонецке. И сейчас мы пообщаемся с участником этого мастер-класса, который смог почувствовать себя рыцарем или викингом. Вам понравилось? Еще как. Я только ради этой программы и пришел сюда. Вот такие мастер-классы для взрослых северодончан, но для самых маленьких жителей нашего города отдельная программа. Пойдемте посмотрим. Фестиваль продолжается, люди заняли места возле сцены, потому что на сцене свои песенные таланты может показать каждый желающий. Это конкурс «Шале на караоке». Мастер-классы, фестиваль уличной еды, конкурс караоке и концертная программа. Все это было сегодня для северодончан на фестивале Comfort Fest. Это был эксклюзив. Оставайтесь с нами.